каждый дом, знаете, я прочитал хорошую, очень мне нравится, одна хорошая притча древнекитайская. Вот, и там рассказывается одна собака, ну, в возрасте, такая, как я, как Жорик, вот, ну, среднего возраста, лежит под деревом в теньке, а на солнце молодой щенок гоняется за своим хвостом. И долго-долго так гоняется, уже устал, уже вспотел, вот. И собака ему говорит: слушай, а зачем ты вот это вот все делаешь? Он говорит: я прочитал в очень умной книжке, что в хвосте находится счастье. Я точно знаю, что оно там находится. И мудрая собака говорит: я тоже читала эту книжку. Я знаю, что счастье находится в хвосте. Но теперь, куда бы я ни пошла, счастье всегда следует за мной. Друзья мои, пусть всегда за вами следует счастье, как оно следует за нами. И мы постараемся объехать всю Украину с нашим шоу «Маски в Кубе». И я уверен, что все будут счастливы, все, кто придет на концерт. И вообще, пусть все будут счастливы и здоровы.